in order to
gas of the Arctic with minerals and metals so that they could be further processed in the Arctic, creating high value products, which means that the Arctic, or the Arctic exports are not only raw materials, which are very relevant to fluctuations, but are semi-processed products which are more robust in the economic cycles. It could be assessing and processing Arctic infrastructure for utilizing joint infrastructure between countries. And it could be to look into communication, being fiber optic or satellite communication. Communication, the Arctic is still a big issue that has some challenges. I will not go into this slide, but this is a challenge. So, thank you very much. Program. I'm pleased to introduce Corina Holmes.
концентрации, то общение, которое получают люди на норвежских предприятиях, умноженное на их собственный личный опыт и знания, создает такой уникальный результат, когда в их головах формируется знание, ну, совершенно необычное, которое невозможно получить просто в аудитории или просто читая книги. Во время этого обучения другим очень важным фактором является работа в команде, работа в команде по норвежским, по международным правилам, когда нет послаблений и когда все должны работать на равных. Это тоже становится очень и очень интересным. Мы посещаем каждый раз разные предприятия, разных отраслей, и эти предприятия добавляют знания нашему выпускнику, которые они, опять же, не смогли бы получить в другом месте. Мы бываем часто достаточно в порту города Будё, в больнице, мы бываем в индустриальном парке. И все эти экскурсии оказываются полезными, потому что в нашей группе всегда присутствуют медики, строители, предприниматели, и каждый находит какую-то свою область, родственную тем предприятиям, которые мы посещаем. В последнем году, в этом году, в 2016, наша бизнес-практика обогатилась еще, мы перешли на следующий этап и получили поддержку консульства северных стран, благодаря которому мы получили 15 бесплатных мест для посещения этой практики. И, соответственно, благодаря вот этому последнему проекту в нашей практике участвуют не только российские и норвежские партнеры, нам присоединились партнеры из Швеции и Финляндии. И те лекции, и те занятия, которые прослушали наши студенты, стало очень полезным по их отзывам и совершенно уникальным опытом.